Проверять в Иркутске необходимо не только газовое оборудование, ведь около 300 многоквартирных домов областного центра официально носят статус здания с низкой сейсмоустойчивостью. А это значит, что сильное землетрясение может привести к катастрофическим последствиям. Чтобы их избежать, для начала необходимо провести дополнительное обследование домов на сейсмоустойчивость. Это позволит понять масштабы проблемы. Выполнить такую работу несложно, специалистов хватает. Вопрос в другом. Кто будет финансировать проверки? Ответ на него нашли в стенах сейсмоустойчивого здания администрации Иркутска. Депутаты городской думы предложили внести работу по обследованию домов в программу капитального ремонта. Но самое главное, в случае необходимости это позволит усиливать сейсмоустойчивость зданий за счет собранных взносов. Кстати, на них в этом году будет потрачено почти 3 миллиарда рублей. Деньги направят на капитальный ремонт в 748 многоквартирных домах Иркутской области.